И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved на Scourge, на выжженных землях, назовем так. Так, по крайней мере, больше подходит. И вы смотрите, как это клёво. Меня прикалывают шканчики. Да, короче, собрался один тут такой на богомолов идти. Кстати, да, я вот здесь потихонечку отстраиваюсь. Вот, потихонечку отстраиваюсь, платформу себе увеличиваю. Да, у меня такой козырный вход. Вот, и суть-то в чем? Собраться-то я собрался, но я забыл, чем они томятся. Потом посмотрел, чем они томятся, и понял, что сегодня мы идем охотиться на червей. Да, на рыбалку собрался, червей покупать пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Я даже не представляю, что я там буду делать. У меня из боевых единиц только раптор. А я уже собрался томить богомола. И богомол, конечно, клевая боевая единица, но... Камон! Ну, да ладно. Куда деваться? И, в общем-то, да. Сейчас пойдем на червей. Но для начала я, конечно, все-таки это... А, кстати, да, я тут домик достроил, вот кормушечку поставил, все вот это вот благоустроил. Ух, прям красавчик. Вот, немножечко побегал. И немножечко здесь подкачиваю. А, очень печально, что тушкан, сидящий на плече, не получает экспу за полученную, ну, то есть за открытую эту... Да, сейчас расскажу. За открытую заметку. Очень печально. Я это проверил, не работает. Что-то началось, буря началась, да? Песчаночка. Ах, песчаночка. Сэндсторм, ей. А я в доме, я в классном доме. У-у-у, круто. И вот что я нашел. Я до этого красного луча бежал. Сейчас я покажу, куда. Оп! Видали вон там наверху где? Да, я вот туда бежал за этим красным лучом. Ну, я просто сначала не знал, что он там. А потом побежал, и как побежал, смотрю, но успел. Короче, здесь седло шипастого дракона. А, кстати, это с другого луча, с того красного луча. Вот это седло шипастого дракона. Рецепт. Пелагорнис, богомол и легендарный богомол. Да, прям очень вовремя. Легендарное седло богомол. Ё-всё-всё. Кстати, Сэндшторм, мне нужно сделать вот что. Я забыл, у меня не было так кристаллов, я поэтому не сделал. А сейчас-то у меня есть кристалл, поэтому я могу сделать. А тут хожу как лошара в тканевой кепке. Оп, оп, и все. О, кайф же, кайф же. О, о, сразу же видно. Вот, но это как бы все фигня. Это все как бы ни к чему. О, нифига, у меня ботинки поломаны. Короче, я думаю, надо бы поискать раптора, притомить еще одного раптора, хотя бы и желательно самца. Но, честно, я побегал в округе и не нашел, реально я не нашел раптора. Поэтому я думаю попробовать все-таки на Уджуи пробежаться туда. И попробовать что-то сделать. Ну, а там уже будет видно, насколько я удачлив или неудачлив, скажем так. Ну, это после песчанки. А, и, кстати, да, я тут это бензопилу уже, так сказать, оприходовал четко. И она офигеть как добывает дерево, даже с кактусового этого. Вообще просто супер. Ждем. Закончилась буря, и я тут сотроварил себе шедевр из соточки мяса. Восполняет сотку еды. Ну, почти сотку, хорошо. 95, можно так сказать. И здоровечка 69. Ну, в общем, штука нужная. Сотка мяса. Добывается легко. И, кстати, да, у меня сейчас тут с FPS-ом должно быть все круче. Но, как видите, с графоном все хуже. Сейчас я покажу. Оу. Жарко так на улице, нифига себе. Я, во-первых, уменьшил разрешение, дальность прорисовки уменьшил, и... Нет, это оставил на максимум. А я думаю, я еще вот это уменьшил. В общем, зато плюс 10 FPS.
Ну, реально, плюс 10 FPS. А то теперь я могу хотя бы это... Даже на за... Почти 40 на записи. Обалдеть. Ну, в общем, короче, все очень-очень-очень круто. Поэтому я решил, что, блин, надо. Я не могу уже больше мучиться. Так, давай. Отлично, все, потушить. Кайф. Хавку собрали. Еду, воду. Могу? Ага. Во, все. Клево, вода, еда взята. И погнали на рапторчике. Я экипировал Ноглина. В этот раз я хочу Ноглина качать. И, ну, я надеюсь, что до 5-го левела качаю. Но честно сомневаюсь, что я его докачаю до 5-го левела. Точнее, до 6-го. Жаль, Лёва потерялся. Вот, в небытие. Ну, а куда деваться? А что поделаешь? Да. Ну, кстати... Ну-ка. У Ноглина не так башка бесит. Ну, в смысле, он это не закрывает пол экрана. Слушай, это удобно. Это чертовски удобно. Окей. Погнали. Сейчас пробегусь, посмотрю рапторов. Да, клевое, да, имя. Рапторов. И может быть повезет, и я найду хорошего левела. Слушай, реально, мне уже прям кайфово, мне уже нравится, что у меня на руке вот эти часы. Надо только вот, наверное, удар рукой переложить, поменять. Слушай, да, наверное, я сейчас сделаю... Видите, у меня в настройках на C ближний бой, а на Ctrl это у меня присесть. Поэтому давай сделаем на... С. Точнее, ближний бой на X, а леч на C. И у меня будет типа Shift леч на активацию этого. Да блин, это реально круто. То есть я просто активирую это, и у меня. То есть Shift V я вижу. Да, это у меня новая просто эмоция. А Shift C я могу активировать. То есть у меня слот не занятый. Это чертовски круто. Блин, ну нету хорошего левела. Это прям беда-бедовая все. Да. А еще только так мало сделал, а уже язык заплетается. Не, просто стол. Сегодня поэтому да. Но я рассчитываю на то, что мы сегодня хотя бы. 80. Слушай, ну мужик 80 левел. Мужик 80 левел. Это была сотка. Это была соткой. Сотка круче. Ладно, поищем. Испугни. Рапторов не нашел. Нет, точнее, рапторов дофига. А вот нужных нифига. Зато овеса нашел. Ой, тут столько махача было. Блин, я, конечно, захал некрасиво. Ну, бог с ним, ладно, пока что хватит. Тут такой махач был, просто. Геннадонов, там штука 8. Сумчатый лев, пару грифонов еще подлетает. И одного туда, второго туда. Бэм-бэм. Не, ну это, если что, реально было так. Просто геннадоны мелкого левла было, они ваншотались просто. Ай, блин, ну сумчатый там лев, по-моему... Что-то там посопротивлялся, но тоже такое туда-сюда непонятное было. Рапторов, короче, дофига. Но толку от них нифига. Они все у такого левела. 72-го еще попадался. Все, они все мелкие. То есть, в целом, то, что мне вот... Вот тоже мелкий левела. Вот, по ходу дела, то, что мне попался сотого левела, попалась. Это чистое везение. Идите в баню. Прям реально, я не понимаю, как мне повезло, но мне повезло. И это хорошо. То, что у меня хотя бы раптор есть хорошего левела. Сейчас хочу это десяточки тысяч хп догнать. И чтобы уже выживаемость увеличилась. Я думаю, надо будет посетить на рапторе заметочку.
Тартоплевры. Да уж, вот вас-то я бы и не хотел видеть. Не-не-не-не-не-не-не. Вот ее бы я не хотел видеть. Вот честно, тартоплевры — это что нормас. А вот. О! Здорово! Ну ты это. Заходи, если что. Полетел. Какого они тут левела, хоть богомольчики? Блины виверны, твою мать. Так, я просто не хочу в ту сторону смотреть. Я боюсь, если посмотрю, то она на меня полетит. 32-12. Ладно. Оп. Дай. Пошел ты, короче. На тебе. Оп. Могу. Умею. Практикую. Органический полимер 117 пойдет. Пойдет. Я забыл, что с них органика дропается. У меня же с полимером проблем не будет. Но мне бы червячков бы найти. На рыбалку хочу, хочу червячков. Но не змей. О, а кто тут у нас заспавнился? Ну, главное, чтобы это не заспавнилось. Ты смотри. Какой. А, это богомол? Ёпрасоты, он так далеко, что мне он показался этим. Муравьем! Реально? Я подумал, муравей. Камон! Нифига себе, вот эта пустынка огромная. Ужас. Ужас. Раптор, мы с тобой должны выжить. Джуи, мы должны выжить. Ничего не знаю. Страшно, да удари. Не, урон пятихатка. Если по змею будет, точнее, по червяку будет такой же урон наносить, то это нормас. Это нормас будет. Я не против, но блин. Страшно до ужаса просто. Ну, типа, камон. Во-первых, эта тварь огромная, как не знаю что. А во-вторых, я не помню, сталкивался я с ними вообще или нет. Да, это не в пещерах, здесь я могу уклониться от твоего плевка. Фух. Кайф. Так, у меня, походу, перевес. Ой, мать через мать. Надо скинуть все это мясо лишнее. Ой, кожа-то сколько. Вот, кстати, сумчатая, я же говорил. А, тоже выкинем вес. Вес, все вес. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько всего вес. Да, вот с весом тут беда. Это что там такое было? Вы это видели сейчас? Вот там, на горизонте. А, уйди отсюда. Она багалась. А выглядело чертовски страшно, если что. О! Я их вижу. Их там три. Обычные? О, на меня заагренный. Обалдеть. Не хочу туда идти, можно я не пойду. Мне страшно. А, ну вот, вот, точно, я придумал. Пойду я посмотрю на богомолов. Сколько на них нужно этих... как там, рогов вот этих вот. Я даже не заметил, сколько... Блин. Не, я вот к этим... Опа-на! Я бегаю прям по... Дышим глубже, успокаиваемся. Фул хиловый. Сам тоже ты отпитый. Ой, пролагала. Оно здесь под ногами у меня. Ладно. Что там это? Ща, короче, где сюда? Ща мы эту тварь тут на куски порвем. Что за музыка, твою мать, началась? Мне и так страшно, еще у меня в плеере музыка какая-то началась. Типа серьезная. Давай, нафиг тебя, пошла в жопу. В морду себе плюнь. Авось понравится. Не. Я тут слазить точно не хочу. О, кстати, богомольчики, отлично. Что там на вас нужно? Так, с один рог. Ну, в целом, я смотрю, один рог. Почему он мясо показывает?
Я вот что, типа, могу оглушить? Это же тупо. Я же не могу их оглушать. Хорошо, с моими ритмами мне везет, и здесь норместок это... Ну, то есть, как бы... А, твою мать, хрен ты сраный, я пошел ты в жопу! Дебил, 20 тысяч хп! Что? 20 тысяч хп! О, это изи. Ой, просто проблемка в другом. Я посрался, когда она вылезла. Ну, прикиньте, эта хрень просто из-за спины вылазит. Душа в пятки ушла. Но одного рога мне хватит. В смысле? 15 хп урон наносит этот тушкан. Радар крутая. 15 попи... Короче, когда я дрался, ну, то есть бегал пешком и дрался с диносами... Ох, классно еще примерчик. Я слышал, что она там что-то кричит, вот это вот и все. Я Офигеть, мне урона внесли. Опа, че? Ого! Вот это я сейчас... вот это мне повезло. Короче, она вносила... Ну, то есть она кричала, вот это вот и все. И я думал, по ней дамажили. Я даже проверял. Нет, у нее здоровье, все дела, все на месте. А это она бьет! Сидя на плече, она бьет мобов! Офигеть! Я реально этого не знал. Я реально этого не знал. Вот жаль, вот это не хиляет так, как это. Ну вот, ну ладно, тоже хорошо. Ладно, сейчас, пока здесь на меня никто не нападает, я думаю отхиляться. В целом, слушайте. Не, слушайте, ну блин, ну 52-й, камон, он мелкий, как не знаю что, у него и урон будет маленький и так далее. Ну блин, надо седлого на раптора еще найти. Ладно, сейчас надо к заметке сходить, но сначала надо отхиляться полностью. Ну и в жопу, все. Так, лишнее скинул в радарчиком. И, кстати, те три змея, они, червяка, они задеспавнились. Это тоже круто. Это тоже круто, это спасает мою жопу от лишнего кипения. Блин, надо седло, конечно, хорошее, чтобы на рапторе вот так вот воевать. Раптор, конечно, клёвый боевой, но, блин. Но, блин. Как бы броня не повредит. Так. И здесь у нас заметка. И заметка 100% должна быть. Вот она, заметочка. Отлично. Эта заметочка дала 3 левла как бы туда-сюда, но... А, пошёл! Ты чё? И дурной? Вот тупая скотина, а? Стоит. Вот это, ну, знаете, эмоции после получения левла. Вот я вот этот самый ненавижу, когда у них вот эти вот... Они начинают срать, когда ты бежишь. И начинают показывать эмоции, когда это нафиг не нужно. Ну ладно, хпшку прокачали. Это уже хорошо. Жить будем. Ой-ой-ой-ой-ой, ну мне нужно еще. Фу, заспавнился. Косел заспавнился. Слушайте, ну в целом, тогда есть смысл у радарчика качать урон. Типа, да, будет бить по 20, а не под 15, когда я его вкачаю ему. Но. Не, в чем-то в этом есть смысл, ну и нет смысла. Так, погоди. Мне нужно эту тварь на себя сагрить. Иди сюда. Да, это транквил стрелы, мне пофигу. Потому что мне нужно, чтобы ее там не было. Еп. Еп. Это тебе, вонючка. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Отлично. Просто если эта тварь еще на меня нападет в момент... Когда я буду 92 левел, офигеть, драться со змеем, червяком, ну как бы такое себе, это будет полная жопа.
Надо еще отхиляться до фулочки. Да, у меня до этого было меньше здоровья, но все равно. И я думаю, два рога мне точно уже хватит, чтобы потомить топового. Ну как, топового? Топового, которого найду. Хотя там тоже еще одна заметка. Че, погнали к ней? Иди ты в жопу, червяк. Я к заметке иду. Понял. Ха-тьфу. Он далеко, поэтому я выделываюсь, потому что могу. Вот и все. В смысле ты не прыгаешь? Алло? Ты что, перевес, что ли? Ты должен быть перевес у тебя. Так, еще 5 левелов. Отлично. А вот это давай теперь в урон. А что, перевес? Так. Вот это мы выкинем. Кстати, да. А, я говорил, да, что врата раскинул. Чутка лишняя. Ну что? Вот. Вот они любят деспавниться, а? Я ж только недалеко ж отошел, алло. Вот это, короче, мне не нравится. Ну ладно, погнали еще куда-нибудь. О! Главное, чтобы альфач не заспавнился. Я ж это обосрусь, если там будет альфач. До удара обосрусь. Я не шучу. Я умею. Оп, видали? А вы думали, я вру, что ли? Так, о, уже на полтос больше урона. Это хорошо. Это хорошо, это мне поможет. Слушай, у меня такое ощущение, что они по таймеру спавнятся. Точнее, находятся... По таймеру. Слушай, вот что она ползет сюда, а? И у меня тут серьезная битва, она сюда ползет. Ты что, сейчас серьезно, что ли? О, у меня труба была отключена. Так. Ты серьезно, что ли, сюда ползешь? А, во, все правильно. Да блин, еще и левее это взял, лошара. Да в смысле? А, ты уже настолько близко? Блин, что-то я с этой пустынкой вообще прям это... Ой! Что-то я торпор на тебя накинул. Не-не-не-не-не, я томить тебя не хочу. Ну погнали. Была не была. Иди сюда! Через смерти не альфа и слава богу. Давай! Давай, радар, мочи эту тварь! А сколько там? А 225 наносит урона. Слышь? А чё ты так... А чё ты так сильно бьёшь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нифига себе! Слушай, далеко отходить вообще нельзя. Давай, радар, мочи! Ужу, мочи! Давай! Ща, короче... Прям вот это, короче... Бой-команда. Если б я бы мог, я бы тоже бы с копья бы еще помогал бы вам, но, к сожалению, не могу. Не, нормас, нормас. ХП-ХП качал, сейчас, знаешь, как это, более спокойно. Экс, крестов в округе не видно. Отлично. Вазит такой, пиздюк. О, прикольно, черный жемчуг. А, точно, там уже с них это, рандомный дроп дропается. Поэтому мне там и это, органика дропнулась. Офигеть, половина хп снес. Это ворон. Естественно, ворон. Ну что? Ну что я могу сказать? Охота вполне идет. Замечательно. Я думаю, все-таки еще одного надо смочить. Ну, ты начал отхиляться. Опять. Ну что, погнали. Погнали вон к тем руинам. Это... Так, там нету, нету. Возьмем еще заметочку. Еще прокачается раптор. И... А вот заспавнится еще один червячочек. Листочочек. Погоди-ка, а вот это вот что-то? Это что, тоже заметочное? Если да, то прикольно.
Вес бы, конечно, прокачать, но вес тут точно ни к чему. А, нет, это соль просто. Это просто тупо соль. Слушай, а что не спавнится? Опа, чё? Богомоча. Текс. Не вижу нифига. О, глистик. Клёво. Клёво, но страшно. Всё ещё страшно. А, 28 левел всего лишь. Ну, в целом, нужно позачищать их. Нужно позачищать их, чтобы они... Ну, то есть заспавнились новые богомольчики. Это же клёво. Так, червь там, заметка там. Блин. Червь задеспавнится? Ну и ладно, новый заспавнится. Погнали к заметке. Потому что заметка нужна, чтобы прокачать немножечко посильнее себя. А, кожа. А чё у меня ещё? Ой, короче, в жопу этот металл нафиг. Еще налутаю. Тем более, что я всего лишь один камешек лутанул. Эк, что за махать да без меня? Ай, блин, гриф, забыл, что эти твари игрока бьют. Блин. Прикольно, костерчик. Так, давай яркость врубать. Блин, нет, еще рано. Давай гамму врубать. Будет три яркости здесь, короче. Через консоль врубаю гамма, это стандартная, дефолтная. На... А где заметка? Минимальная гамма это, короче, 1.8. В смысле, заметки нету? Че, серьезно, я сюда зря перся? Или я взял уже заметку? А я, наверное, взял заметку, раз у меня экспа увеличены. Да нет. Или да. Или это старая была. Что за нафиг? Сейчас, погоди. А, во, заметка. Господи, лошара. Оп, отлично. Не, я просто думал реально, что я взял заметку. А нет. Вот, теперь взял заметку. Потому что опять сейчас никто не напал. Любят они это делать, когда кто-то не вовремя. Ну, в смысле, нападать. Так, глист. Это сюда. Я твою мамашу на крючок насаживал, когда рыбачил. Не, ну а как еще можно агрить червяка смерти? Вот только представьте, огромный червяк смерти, как его можно на себя заагрить? Никак! Он просто вас сожрет. Ну пошли. Где эта тварь лысая? Не, ну он уже лысый. Ага, я пробежал мимо. Испугался? Нате! Еее! Убил в воздухе! Я крутой! Опача! Фу! Вот эта красная обводка, я подумал, что это альфач. Честно. Тормоз? Не, ну то, что радар бьет по 15, это, конечно, клево. В целом, без шуток. Она наносит дофига урона. То есть за все время, то есть урон примерно 300 она внесет. Даже можешь, конечно, посчитать, сколько она там вносит. Ну, раз 20 ударяет. Раз 20 ударяет? А это значит 300 урона? А это посчитай один укус. А это посчитай минус один укус от нее. Это клево. Это клево. И снова урод. Да уж, вот такие вот дела. Три рога червя есть. А это значит, что в следующий раз будем томить мантиса. Ну сейчас уже точно, потому что у меня есть чем томить. Я не ожидал, что я так протуплю. В том плане, что я не знал, чем томить. Точнее, я забыл, чем томить мантисов. Ну а что поделаешь. Зато охотились на червей. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Но мы же достойны этого. Вы посмотрите на эту бравую четверку воинов. Четверку? Да, посчитайте. Четверку. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра, всем пока.